Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Если вы здесь впервые, давайте знакомиться. Меня зовут София, и я парфюмзависимый человек. Мы здесь говорим о парфюмерии и не только, но даже тогда, когда мы говорим о парфюмерии, мы умудряемся поговорить еще о чем-то вчера. В комментариях под видео о парфюмерии мы прекрасно пообщались про ботву, о том, как вкусно ее есть. Так что интересы наши безграничны. Говорим обо всем. Табу у нас никаких нет. Ботва, пожалуйста. Все что угодно. Хочу поделиться с вами парфюмерными новостями. Их становится очень много. И я вот сейчас умудрилась, пока у меня окно в моем расписании, хочу записать видео, а может быть, два. Потому что вот пока есть возможность, друзья, пришлось выгнать Ватсона, то есть стоило мне встать, отойти на 5 минут, Ватсон занял это место, и когда я его выгонял, Ватсон это кот, если что. Он сильно на меня наругался, и, возможно, меня ждет некая месть, а может и простит. Опять же, для тех, кто здесь, может быть, первый раз, возможны звуки, потому что животных тут больше, чем людей, это очевидно. Друзья, во вкладке сообщества я стараюсь все-таки все новости свои, так сказать, размещать, что-то фотографирую, о чем-то пишу. Но все-таки решила вам показать. Вчера пришла великолепная посылка от моей подписчицы Анны. Анна, вам большое спасибо. Я иногда понимаю, что я всегда понимаю, что слова не способны передать эмоции. Слова не способны передать эмоции, потому что то, что я увидела вчера в посылке, друзья, это было так красиво и так трогательно, и так душевно, что если бы мне было 10 лет, я бы прыгала на одной ноге. Но мне кажется, я уже не могу себе этого позволить. Пришли Три красивые коробочки от Анны. Коробочки. Лайза. Три. От Анны. От Левантами. Со слепым затестом. Вернее, для слепого затеста. Я начала. Я в предвкушении, друзья. Анна, спасибо большое. Мир, вот то, что я думаю, мир очень маленький на самом деле. Нам кажется, что мы все по разным местам вот этой планеты огромной. Наша планета маленькая, это раз. Люди, все сколько там рукопожатий, да, через сколько-то рукопожатий, все так или иначе мы вместе, друзья. Но еще вот и так мы через 6 рукопожатий можем друг до друга дотянуться, а иногда и меньше. А еще парфюмерный мир позволяет, ну вот YouTube в том числе парфюмерный, позволяет людям познакомиться, сблизиться, найти общие интересы. И это не формальное такое вот какое-то лайк, спасибо за видео, и вам спасибо за комментарий, а на самом деле очень теплое общение. Я очень признательна своим подписчикам, я очень признательна тем людям, с которыми я начала общаться, среди них и подписчики. Большое вам спасибо, и я обещаю, что мы с вами будем общаться и впредь, и обещаю, что не только на темы, связанные с парфюмами. И сегодня я поговорю с вами еще об одной коробочке душу. У меня в инфобоксе Лайза. Вот туда ложись. Русь, вон туда. Ложись, оставьте кошку в покое, пожалуйста. Вот ложись, укладывайся на плед и лежи там себе. Вот, ложись. Итак, друзья, вашему вниманию я хотела бы предложить коробочку душу. Это такая коробочка с левантами по подписке, которую я получаю примерно раз в месяц. Информация о коробочках будет в инфобоксе. Там есть целый плейлист с моими обзорами. Я понимаю, что эти обзоры много зрителей не собирают, но с другой стороны, там все-таки очень большое количество интересных ниши, есть снятости. И, как всегда, я говорю о том, что большее количество даже пробирочек у меня осталось
без обзора, но ждем зимних каникул и надеемся на то, что я заспамлю вам просто ленту своими обзорами. На всякий случай я в который раз говорю о том, что я никаких бонусов от ребят, которые делают эту коробочку, не получаю. Я им регулярно отправляю ссылку на видео в директ в Инстаграм. Последние видео они видели, но даже почему-то не сказали спасибо. Может быть, им не понравилось. То, что я делаю, не знаю. Но, по крайней мере, я плачу деньги за коробочку, они мне ее присылают, и хорошо, этого достаточно. Друзья, что это такое? Это вот такая экологичная коробочка, в которой есть 4 пробирочки, 4 отливанта. Показываю так, потому что у меня регулярно они вываливаются. Если что-то понравилось, можно дозаказать маленькую пробирочку или пробирочку побольше. Я так делала, я даже заказывала очень редкие нишевые парфюмы в отливантах, они у меня есть. То, что я люблю и берегу, прям берегу. В этот раз я зачем-то заказала маленькую пробирку Этата Либек Дуранж Remarkable People. Не знаю, видимо, было такое настроение. Мне показалось, что этот парфюм с его таким позитивным настроем, там немножко шампанского, он так вот приподнимает над реальностью. Мне показалось, что этот парфюм на самом деле очень хорош, чтобы поднять настроение немножко вот от этой серой реальности, в которой вот дистант и все вот такое. Мне показалось, что это интересно, но надо для себя как-то установить некие ограничения. Сносил пробирку, дальше ты действуешь, а не так, что дайте 2, дайте 5 и так далее. Давайте посмотрим, что пришло в этой коробке. Коробка меня удивила, но не скажу, что это как-то повлияет на мои покупки какие-то, да, ну, то есть какие-то желания скорее нет. Скорее нет, но посмотрим. Какие-то парфюмы однозначно нет. Итак, первый номер. Вот каждой пробирке идет блотер. На блотере информация. Я вам буду ее читать. Этата Либек Дуранж Шивоз Аномали. Мандарин, белые цветы, корень ириса, кедровое дерево, сандал, кожа, мускус, ваниль. Цветочные Франции, 19-й год, новый парфюм. Даниэла Роше Андрие. Дорогой. Там приблизительная цена указана. Дорого. Она была странной. Создан парфюмером и роботом с искусственным интеллектом Карто от Живодан. Союз человека и машины. Название отсылает к киберпанку. Призрак в доспехах, нейромант. Сам аромат вполне обычный, теплый, негромкий и комфортный. Ирис на синтетической древесной базе. В инфобокс я, надеюсь, я не забуду разместить ссылку на тег, который многие делали. Я тоже делала. Все побежали, я побежала. Тег «Ароматы и стили». Там вот был киберпанк. Там свою версию киберпанка я предложила. И что же мы имеем? Я брызнула парфюм только что на коробочку. И что я хочу сказать? Ничего. Я ничего не слышу. Парфюм попал в мою слепую зону. И Gucci Memoir, который я тоже не слышу практически, получает родственника. Да, теперь они вдвоем на крылечке. С коробки я не слышу ничего, а с кожи я слышу ирис. Вот ирис. 5 минут. Вот такой моноирис, ровно 5 минут, потом все. Ничего не могу сказать про этот парфюм. И это вот к вопросу о покупках вслепую. Я понимаю, что я покупаю вслепую. Я понимаю, что мне просто везет. Мне просто везет. Ну вот, если бы я купила и потратила эти, 10 с лишним тысяч рублей за этот парфюм и ничего бы не услышала,
Мне пришлось бы придумывать, наверное, тогда. О, я слышу вот это, о, я слышу то. Сильвер Ирис Ателье Колонь. У меня набор есть с такими тревел-версиями Ателье Колонь, там что-то их 8-10. И как-то они мне вроде даже нравились. Ну, этот несчастный набор лежит где-то в ящике, просит, чтобы я на него посмотрела и продолжила показ видео «Мой парфюмерный шкаф». Потому что тема не закончена. А, ну, Ателье Колонь, они хорошие, но по мне, мне кажется, они дорогие. Ну, в общем, давайте, отвлеклись. Отвлеклись, соберемся. Танжерин, розовый перец, черная смородина, мимоза, лист фиалки, ирис пачули, белый амбр, мускус. Перевернули. 13-й год. Дорого. Дорого за 30 миллилитров. С блотера я слышу приятный сливочный ирис. На мне это довольно печальный ирис с какими-то там отзвуками. И сейчас я очень боюсь обидеть людей, которым этот парфюм, возможно, очень нравится. Причем я не могу сказать, что он мне не нравится. А он идет своей параллельной дорогой мимо меня. И мы с ним нигде, ни в какой точке не сходимся. Не сходимся, потому что он сам по себе, я сама по себе. При том, что меня нота ириса интересует, я хочу на себе это чувствовать. Но я понимаю, что вот пока глобальной какой-то такой ирисовой любви у меня не случилось, или я не припомню. Ну, но в любом случае прекрасно. Прекрасно, что он есть на свете белом. Следующая история про красивый флакон. Это The House of Oud Grape Pearls. Виноград, роза, ваниль, кофе, белый мускус, черника, амбра, виноградный лист, цветочные ноты. 16-й год. Дорого. Осень. Ветер разносит сладкий аромат спелого винограда. Форма виноградин идеальна. Свет играет на них тысячами цветов, от золотого до темно-фиолетового. Вкус ягод, как поцелуй, радость, смех и веселье. Песни жизни и позитивы, играющие внутри. Очень красивые у них флаконы, конечно. Я не помню слова. Напомните мне, пожалуйста, как называется вино, которое делают в Германии? Айсвайн. Айсвайн. Когда из винограда, который подморожен, да, его вот он вбирает в себя всю сладость, он становится супер сладким. Вот из этого подмороженного винограда, ой, у меня мозг даже заработал немножко, делают вино. Вот это вот тот самый сладкий виноград, на который накладывается вот такая вот роза красивая. Она такая красивая, она такая большая. Она такая вот такая. Гранд-дама. Роза гранд-дама. Кофе на подпевках. Я не очень кофе слышу. Чернику тоже не очень слышу. Это очень сладко, это очень по-восточному, это очень тягуче, это очень красиво. И я люблю восточные парфюмы. Я понимаю, я в принципе их вот, понимаете, люблю по умолчанию, но не все могу носить, потому что есть парфюмы, которые, как мне кажется, требуют и антуража соответствующего рядом с собой. То есть недостаточно так пахнуть самому. Рядом с тобой что-то должно быть другое. Другое солнце, другой интерьер, ну, все другое, и темперамент какой-то другой. Вот для меня этот парфюм too much. Я в таком не смогу ходить, он слишком сладкий для меня. Вот это вот какая-то засахаренная, такая яркая нота, красивая. Ну вот надо признать себе, что... Нет,
не мое. При этом это красиво. Это красиво. И я сразу вспомнила, что у меня есть от Леванты. Даже побольше я заказывала себе от Леванты House of Wood. И там мне какие-то вещи очень нравятся. И надо, конечно, их доносить. И дальше уже думать в сторону флакона. Да, нет. Но хорошо, что у меня есть это. Вот иногда под настроение, наверное. Наверное. Но опять же, если когда-нибудь я поеду в какие-нибудь жаркие страны, вот как бы мне так не забыть взять с собой вот эту пробирку? Потому что я допускаю, что вот в жаркой стране, под жарким-жарким солнцем, все это превратится в полный рай какой-то. Просто рай. И на последнем месте, как всегда, то, что меня заинтересовало больше всего. И, ну, скажу так, я все-таки не думаю, что это превратится в флакон, но я рада знакомству, а там посмотрим. Буа 1920. Бергамот лимон. Да, ветивер амбрата называется парфюм. Бергамот, лимон, петит грейн, гвоздика, герань, артемизия, пачули, сандал, белый кедр, лаванда, табак, ваниль, амбра, мускус, бензоин, французский лабданум и гальбанум. 5-й год, то есть как бы в возрасте уже. Энцо Галарди. Дорого, но дешевле, чем киберпанк, и дешевле, чем ателье колонь. Любимое кресло дедушки в домике озера. Оно потрёпанное, но удобное, пахнет трубкой, деревом и удивительно прожитой жизнью. И я хочу сказать, что описание очень-очень соответствует. То есть не надо думать, что я красивая девушка, а я превращаюсь в старого дедушку, который сидит в кресле, там ножки пледом укрыты. Нет, конечно. Пирамида слышима. Я не буду сейчас повторять всю пирамиду, вот сказать, там слышно то, потому что практически все ноты, если ты захочешь услышать, ты услышишь эти ноты. И парфюм кинематографичный. На самом деле это вот это кресло, это дерево старое. А дальше как будто кино нам показывает то, что было до нашего времени, да, события назад откручиваются. Абсолютный унисекс для тех, кто ищет интересные древесные парфюмы, специевые при этом парфюмы. Парфюмы, которые, как мне кажется, абсолютно безопасны с точки зрения того, что это не гиперниша опасная там с покрышками, да? Нет. Мне очень здесь нравится пачули, мне очень здесь нравится герань, которая, ну, она может напрягать, а здесь она прям вот прям в точку. И все сандалы, конечно, это не та, причем пусть вас не смущает слово табак, это не табачный парфюм. А вот, кстати, интересно, ноты мы можем услышать и различить, но сказать, что это сандаловый парфюм, это табачный парфюм, это пачулиевый парфюм, нет. Это очень хорошо собрано, это очень красиво, и странно, что я вот, например, первый раз об этой марке услышала и об этом парфюме. Для тех, кто интересуется таким направлением, подумайте, пожалуйста, а я, пожалуй, отложу это на какой-то такой разнос, то есть это на самом деле интересно. Я сейчас никого не призываю, упаси Господи, покупать, подписываться на коробочку и так далее, и так далее. Но и таких коробочек-то сейчас много. Да, там можно выбрать один сервис, другой сервис. Есть сервис более снобский такой, да. Как-то я не хочу пока на него подписываться, посмотрим. Пока меня все устраивает в этом сервисе коробочки. Так вот, я к чему? Я не рассматриваю сейчас, я говорила уже об этом, я не рассматриваю сейчас этот сервис как провокацию для покупки парфюма. Да? Если я хочу иметь некую библиотечку
парфлюбителя, парфманьяка, когда можно что-то там послушать, можно познакомиться и можно составить какое-то мнение о каком-то парфюме. Вот этого более чем достаточно. Вот как-то так, друзья. Я за всем прощаюсь с вами. Пожалуйста, себя берегите очень. Ситуация так себе. Поэтому бережем себя. Маски, дистанция, руки моем. Такое время странное. И радуйте себя тем, что вам нравится. Всех обнимаю. До свидания. Всего вам доброго.